Как ехать, так дождь. Тут какое-то ё-моё. Всем привет. Починил амортизатор задний. Решил катнуть чуть-чуть. Попробовать. Проверить. А тут дождик вот он, ай-яй-яй просто. Куча такая вообще. И крышку забыл поставить левую. На эту. Где аккумулятор? С ним. С ней. Прям гостяра. Ёшкин кот, на заправку очередь. Паникёры, ёпта. Ай-яй-яй. Останавливаться стал, спидометр заработал. Что ему надо? Моему спидометру. Не знаю. Там солнце дальше светит. Поеду дальше. Ну а морд, короче, нормально работает. Счетчик. Все летят туда-сюда, вон, со всех сторон. Заработал, ура!
себя напугал, не то нажал. Девушка. Не ту кнопку нажимал. Вот дебил. Дебил, дебильный, не ту кнопку нажал. Тут кнопок 15 тысяч. С одной стороны. Ну что, вообще амортизатор четкий получился, не качается. До этого качался. Все, нормалек прям. Он, когда его купил, он таким не был. Он вообще прям как петушок стал. Ух ты, прям. Ай-яй-яй. А музыку что я не включал? Ну даже с музыкой что-то. Ну зачем же он звучит, если он меня с любимой разлучит? Зачем она танцует? Зачем она с другим? Зачем оркестр играет один и тот же ритм? Музыку играл. Всем пока!